И привет всем, с вами DMCheck. И сейчас я вам расскажу, как откатиться с iOS Beta 1 или 2, смотря какая у вас сейчас стоит, на iOS 6, 1 и 3, которые сейчас являются последней для iPad mini. Итак, что нам нужно сделать для начала? Это подключить наш iPad к компьютеру с помощью USB кабеля. Перейти во вкладку iPad. Сейчас она загрузится. Надеюсь, вам видно. Так, переходим во вкладку iPad. Так, отменяем синхронизацию. Нажимаем создать копию сейчас на этом компьютере. Так, у нас происходит резервное копирование. И давайте я сейчас отключусь, и как только оно сохранит копию на компьютере, я возобновлю запись видео. Итак, вот мы и продолжаем наше видео. Итак, дальше нам нужно скачать определенную версию прошивки, смотря которая нам нужна. То есть, либо 6.1.3 для iPad, как у меня, либо 6.1.4 для iPhone 5. Ну, я уже предварительно ее скачал, и она у меня уже на рабочем столе. Далее, ну, мы перешли, сделали резервное копирование. Дальше нам нужно нажать Shift на клавиатуре и нажать кнопку «Обновить». Дальше у нас откроется окно, в котором мы должны будем выбрать нашу прошивку. Вот. 6.1.3. Так, «Обновить». И тут нам пишет, что ПО извлекается. И нам остается только ждать. Давайте, пожалуй, я опять прерву видео, и потом, как только оно обновится, я вам его включу, или может чуть пораньше. Ну вот и все. Перед нами опять наша привычная iOS 6. В моем случае это 6.1.3 для iPad. Я рад и счастлив. Честно скажу, что я вернулся обратно на 6.1.3 по сравнению с 7 бета 2. Это просто небо и земля. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока!